Всем привет! Сегодня мы приготовим творожное печенье к чаю. В творог отправляем размягченное сливочное масло и ванилин. И хорошо разминаем все вилочкой. Добавляем примерно 420 грамм муки и разрыхлитель. И замешиваем тесто. Мне удобнее это делать руками. Оставшуюся муку по необходимости можно будет добавлять. У меня творог был суховат, поэтому муки не добавляла. Тесто убираем в холодильник на полчаса. По истечению этого времени можно заняться формированием печенья. Раскатываем тесто не менее 0,5 сантиметра. И делаем печенюшки. У меня несколько разных форм. Готовое печенье окунаем в сахар и выкладываем на лист. Выпекать печенье мы будем при 200 градусах примерно 20-25 минут. Печенье получается очень вкусное и в меру сладкое. Приятного вам аппетита!